Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой. Как передает Russia Today, глава правительства считает, что ставки должны опуститься ниже 8%. Для этого, по его словам, необходимо сделать так, чтобы кредитные организации не смогли бы накручивать ставку. Также Мишустин заявил о необходимости оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков. Премьер-министр добавил, что необходимо создать стимул для развития жилищного строительства. По его словам, необходимо снижать стоимость строительства, упрощая доступ компаний на рынок. На этом у меня пока все, а больше свежих новостей на сайте mymsk.online. До скорого!